Какие часто? Ну, из правил, наверное, уже понятно, да? Неправильные кавычки в стилях пишут, иногда ажурные ставятся, иногда там еще какие-то, но это происходит еще чаще, знаете, из-за чего? Когда, допустим, копируют текст из Word или еще откуда-то, да? То есть там тоже всякие разные красоты делаются, и они потом в HTML переносятся некорректно. Для редактирования HTML, друзья мои, используйте либо редактор WordPress, да, внутри, то есть там, где вы пишете статью, либо специальный какой-то блокнот, простой блокнот, либо специальные редакторы для HTML. Не используйте Word ни в коем случае для редактирования HTML. Он вам такого там надобавит, что в итоге у вас ничего не получится. Вот, но лучше всего вот, использовать либо простой блокнот чистый, Notepad для Windows, очень хороший блокнот, Notepad++, и, либо просто редактор WordPress. Итак, за кавычками смотрим обычные прямые двойные кавычки. Дальше ошибка какая будет? Неправильное оформление стиля. Да, то есть, может быть, точку запятой пропустили, либо двоеточие. Такие вот ошибки. И не закрывают двойные кавычки. Тоже забывают, открыли и не закрыли. Тогда точно стиль не применится, будет ошибка.